Максим, не слушай. Я же играю в Фаблайт. Я, братан, я все понимаю. Успокойся. У тебя что-нибудь, бабулька придет, Макс? Нет? Давай. Ты пошел? Да. Все нормалек? Звони. Все, Вань, рукой махай. Нет, присутствие родителей. То, что разрешили, меня не интересует. Хорош, хорош, братан. Что значит почему? Я объяснял почему. Вы занимаетесь здесь, дополнительный час дается подарочный, но только кому нету, 8, кому нету, ладно, 16 лет. До свидания, ребят! Кому нет 16 лет, с разрешения родителей здесь дополнительный час или полчаса, сколько надо. Либо в субботу мы даем и 3 дополнительных часа, и еще, правильно? Ведь правильно? У нас сегодня клуб Максим. Приветствую. Как дела? Все хорошо. Леон! Братуль, ну чё, покажи папе, какую ты печку сделал. Печку, печку, куда ты побежал? Печку какую ты сделал? Как мы сегодня пироги пекли в печке? Пироги пекли. Это ж ты печку, да, создал с Матвеем вдвоем? Помог. А где, откуда пироги мы ложили, их куда? Я помог им создать. Так, Лёва, чё, покажи? Ну, а силовухи чё покажешь? Покажи успехи папе теперь давай. Чё мы сегодня делали? Помимо печки, чё не делаешь? В уголке, помнишь? Попробуй ножки вперед в уголке ножки, сделать. Ножки, Лёх, уголок, слушай, вот, да. Ты профессионал, да вот. Давай. Так. Не рискуй, аккуратно. Еще чуть-чуть. Тяжело, да. Коснись рукой до верхней перекладины. Тянись чуть-чуть, крепко держись. Коснись. И спокойненько ножками обжимай стол. И спокойненько опускайся. Молодец, молодец, молодец. Теперь... Да, теперь кольца рядом с тобой. Давай, повиси на кольцах, пожалуйста. И подними ножки вверх, голову вниз. Только сильно не качайся. Размотай их, кольца, размотай. Раскрути, раскрути. Да, 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 да. В другую, наверное, сторону их надо. В другую. Раскрути. Вот, тихо, аккуратно. Так, повисай. Не-не-не. Ну ладно. Руки поменяй. Так. Вот. Тихо. Ножками упрись. Молодец. Теперь выведи ножки в шпагатик. В широту. В широту. Вводи ножки. В широту. Раз, два, три. Практически получилось. Молодец. И ножки выводи их в другую сторону. Надо. Лёв. Да-да-да. Туда выводи ножки. Выводи. И выходи в уголок. Отталкивайся. Молодец. И на стол. Ты правильно перелез на стол. Все правильно. Кузнечика, Макс? Обхватывай ногами стол. Другой. Белый. Белый стол. Тебе надо провернуться. Провернуться нужно, Лёха. Ну, допустим, получилось. Лёха, ладно. Лёха, попробуй. Провернуться. Я понял. Встал. Иди быстрее. Иди. Покажи, давай. Все, ладно, встал. Ну давай, последний канат, доведи на канат, да, аккуратно. Папа, садись удобнее, сейчас я тебе покажу. Садись прям перед ним. Садись. Он сейчас прям к тебе. Давай, до папы, долетай до папы, только аккуратно. Я перелетаю. Коснулся. Спускайся до нижнего, тихо-тихо-тихо, до нижнего предела. А теперь раскачайся до папы на веревке. Прям к нему сейчас ты перелетишь, к папе. Еще. Ой, молодец. Ну и напоследок ловкость надо. Иди на тигра, залезай на доску, залезай, равновесную доску. Где она стоит, где ты оставил ее? О, перелезай на тигра. Где у нас доска стоит? Давай от стеночки отодвигай ее. И теперь надо простоять одну минуту. Бам-бам-бам-бам. Ребята, сбор! Что? Какой? Все, собираемся. Максимы. Мама Максима и Семена сказала, через она 5 минут подойдет. Два Максима, собирайтесь. Диман, Артем, свободный режим. Леон с батей. Вы ждете маму. Макс, потом придешь, можешь побоксировать. Максим, Думбрава, можешь побоксировать потом. Только когда придешь, потом. Батя, это папа моего папы. Ой, папа, прости. Все. Да. Это же Игорь. Отец.
да? Игорь папа, все, Игорь папа. Пойдем, да. Все, ребятишки, переодеваемся, Сем, Сем, пойдем, опасно. До свидания. С ребятом тоже до свидания скажешь? Макс, да. Макс, все нормалек? Всем, а когда еще следующая тренировка? Каждый день, кроме воскресенья. Расписание можешь у Максима, если он не перепутает расписание, сказать. Сегодня? Завтра с 19:00, то, что вы сегодня подумали. До скольки? До 21:00. У нас простая тренировка идет 2 часа. Дополнительный час я даю, если вы с родителями. 19:00 до 8. Да. Нет, с 19 до 9. Завтра с 7 до 9. Да. Я завтра до 9 буду. Макс, если бабульке скажешь, если она придет, то нормально. А завтра чему можно уже научиться? Всему, братан. Чему ты сегодня научился, всему только можно умножить на двое в квадрате. Все, без родителей не приходи, ладно? Я должен познакомиться, и они должны познакомиться, ладно? Все, до свидания, скажите друг другу, парни, ничего не забываем. До свидания, до свидания. Молодец. Все, все, братан, Макс, в интернете, ВКонтакте посмотри соревнования, когда 10 августа. Заявись, от нас подарки. Кто заявляется от СКК вместе, хорошая возможность... заслужить награды. Хорошая возможность. Так, Артем, сейчас. Средний палец на нижней струне, большой на верхней. Такой вот треугольничек делаешь из пальчика. И спокойненько по струнам. Там пережал. Ну ладно, делай как это, потом получимся. Делай. А перебор не можешь? Одну струну, другую, третью, одну, другую, третью. Перебор. Перебор струн называется. Но при желании мы и так проинвестируем из звуковой области. Порвать, конечно, порвать. Тебе какую эту? Ну это для слабаков порвать. Ты для мужчин порвешь. Не, это виднее тоже для мужчин, но это не для очень сильных нужно. А для сильных порвить. Это всего лишь так Артему для разогрев на зубок на один. Это Артем. Вот он сейчас. Можешь же блин один взять? Можешь и не один взять, блин. Сам, дай попробуй. Артем, лучше знаешь, какие взять тебе блины? А, я хочу 10-килограммовый. Ты хочешь блины или гири? Я хочу гири тяжелые, 16 только гири. Знаешь, я тебе советую лучше блины взять не те, а вот эти, которые вот. Не блины, а как они? Ну, удлиненные вот эти, снизу которые, да. Просто ее даже не надо будет отстегивать. Ой, не можешь? Так, ребятня, не балуй, все, лучше. Тоже надо отстегивать. А ты какой без этого? 10? Ну, 3 штуки ловил, что будет 10. 12 будет. Ты именно 10 с такой цифрой? Я думаю, да, ты с твоими умениями там плюс 2 килограмма. А что, Димарик, ты будешь? А, да, я поеду. Сейчас. Ты будешь, да, Диман? Угу. Семен, тебе.
тебе лучше в ту сторону отойти. В ту сторону отойти, да. Да. Тянуть туда. Развернуть по-разному можешь. Помнишь, как сегодня ребятам показывал упражнение? Смотри как, Макс. Пережимаешь этот палец. Палец указательный средний палец нижний. Вот этот треугольничек получается. Ну, такую силу, перевод. Чтобы звук был, их надо зажимать. Когда зажимаешь не очень, оно... Видишь как? А если постоит прижать... Если я прижимаю здесь, звук более другой. Ну, вот уже из этого. Порвет. Сейчас отодвину. Да не надо. Давай, я отодвигаю, ты кубики складываешь. Добро? Добро? Я отодвигаю, ты кубики складываешь. Ну прям быстро можешь. А что, сели тяжело? Прям бам-бам-бам-бам-бам. Сразу много. Парни, а чей телефон? А, все, ё-мо, простите, не только парни, и девчата, да. Че, Диман, Артем, получилось? Все, я отодвинул. А потому что их чуть-чуть неправильно поставил. Ну ничего, они потом прижмутся. Видишь, какой-то, посмотри, сбоку какие-то низко, вон какой-то вон так стоит. Если бы ты их поставил все одинаково, как печь все это достроил. Макс, музыкальный инструмент такая же тема, как и со всей гимнастикой любым делом. Одно и то же надо делать, повторять тысячу раз, а потом становится очень красиво. Все, молодец. Рвать цепь. Только смотри, если рвать будешь, чтобы куски разорванного металла ни в кого не улетели, ладно? А то как сейчас разорвешь и все. Если порвешь, я тебе такой браслет подарю. Из этой цепи я тебе браслет сделаю. Че, пробуем? Играй, играй. Кому звонят, они ответят.
Семен, ты должен, во-первых, взять цепь по центру. У тебя один край. Да. И не телом, а руками, бицепсом. Подтягивай себя. О, молодец. А я уже перелет могу делать. Покажешь? Да, но только сначала я другую, а потом другую. Молодец. И это первый перехватывай, потом другой. Молодец. Какой, Артем, вес? 16. Стоп, да. 9 трудов плавать. Сильные ноги вперед. Сем, а теперь возьми, встань к маме лицом, а цепь за спиной возьми. Да, то есть вот так. Да, да. Напрягай со всей силы грудак, живот и пытаешься, знаешь как? Сем, ноги вместе. Смотри, как тебе надо. Вот так вытянешь, да, ты вот так вытянешь, и себя будешь прийти, да. Ножки чуть назад, а наклоняйся вперед. Держи, все, напряжение со всей силы, Если вдруг кувыркнешься вперед, ногу шаг вперед делаешь, и ты хорошо встанешь. 11 раз, Артем? Не, на понижение по 2 будет. Максимально зависим. Сколько у нас там? Максимально 30-ка получится, 32. Да, из тех? Сейчас я как настрою ее. Сейчас, Макс, вот сейчас звучание будет вообще по-другому. Друзья мои, если вы чуть-чуть тишины сохраните, то я буду очень благодарен. Молодец. Не место красит человека, а человек место.
Конечно, присаживайся. Я вообще не играю. Сейчас, погоди. Я вообще не играю. Я не играю. О, все, присаживайся. Просто можешь пальчиками по струнам, знаешь, как смотреть. Можешь так, конечно, можешь так попробовать. Можешь встать ровно. Встать, ножки ровно, вот так вот в коленку встать. И как надо встать, давай. Только смотри-ка, погоди, погоди, смотри. У него такое физическое. Вот так, ничего не делай, ничего не делай, смотри. Даже не зажимай, не дай. Берем. Стоп. У него такой вид. Просто так вот подержи напрямую и смотри. Мне там звёздочек. Ну, попробуй поделать. Как получается, потом, если закончим, мы тебе получим какие-нибудь частушки и наигрыши. О, Артём, ты все, что можно, завесил уже? А я как раз фоклёром буду заниматься, где тяжтушки. Ну, где такие смешные. И... Лён, братан, есть тяжтушки под драку. Есть обалденные под драку, веселые, забавные. А есть тяжтушки для кого-то обижушки, в общем. Есть, ну, это казачьи есть такие, они такие обзывалки там на разных других... всяких людей. Судья Геннадьевич, да. Давай. Скажите лук. Лук? Лук. Пал бы штук. Ха! Весело. Ну ладно, хорошо. Огурец. 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 Ну а что дальше ты придумаешь? И делу венец. И веселый молодец. И веселый молодец. Свекла. Глупая овца. Эх ты какой глупая овца. А что, а если она умная? А дыня? Дыкова. Дыня. Дык. Дыня. У тебя дом. Как рифма. Дыня, дом, рифма. Дыня. Дох. Да, дох. Дима, ты даже встать, ты смотри, он даже встать ему. Лен, срочно играй. Давай гимн силы, давай, чтобы он смог подтянуться. Давай, вот, нормалеку, поперло, поперло. Ты смотри, как стоило просто правильные звуки сделать. Ой, ой-ой-ой, Дима. Тихо, сознание терять не будешь? Но теперь осталось 32 подвесить. Да, и 4 раза. Гирю. Не, вот это. А. Ну еще 2. 4 раза сделай, да? Это у вас сколько? 20-ка там уже будет? А? Это уже 20-ка? 24? Ну хорошо, это, считай, 1/3 веса. Ой, какая 1/3? Даже... Чуть поменьше. Поменьше, да. Ну, Димона, да, даже больше, чем внутри. Ну-ка, Диман, ну ты чё? А? Ты чё, чё случилось? Нет, я отдыхаю. А, ты отдыхаешь? А стоять там тяжело будет. А я думал, тебя мутного ты словил, что это встать не можешь. Не, я до конца если даже мутного пробовал. Ну, я тоже потом попробую. Игорь, а чё, дерзанем? Попробуем с парнями? Я вчера занимался. И как? Всё, нормалёк? Всё. Тихо-тихо, Диман. Диман даже хвадру, он даже помогая себе, импульс создает ногами, такой взрыв. Лёх, ты видишь, что они творят? А? Ты смотри. Ой-ой-ой. Уголком даже. Уголком даже. Он как богатырь древний, видишь, такой бах на колено и быстро на матрас. Как древний богатырь, быстро на матрас надо отдохнуть. Ну это богатыри такие. Семён, Макс. Ну, конечно, вам эти веса тяжелые, но, может, попробуйте вообще? Давай еще один. Еще один? Конечно. С балалайкой подтягивается. Тихо-тихо-тихо-тихо. Как ты сам себя замудрил. Максим, помоги ему, сам себе замудрил себе. С весом подтянуться. С хотя бы... Сколько ты весишь, Семен? Я попробую 14 килограмм. Тебе... Я где-то 32. Вот ему еще возможно, а для тебя знаешь как? Пойдем на подтягивание. Сейчас, сейчас папе тоже покажу такой фокус. Пойдем на турничок где-то подтягивать. Папа, иди, пойдем. Папа, ну у нас быть там ты... Лех, пойдем, Лех. А, на гастерили, да? Дальше сделать плечи. Как ты подтягиваешься? Зависай. Смотри, чтобы задать затруднение, подтягивайся. Оп. Давай. 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 Оп. Пусть ты хотя бы раз 15 хотя бы потянешься. Почему? Да? Вот такая штука. Когда вот так нагрузка идет, даже если, например, тяни. А ты... Просто когда, например, даже если
даже если ни разу не умеет подтягиваться, вот эту нагрузку дается, оно мотивирует преодолеть вот это вот, ну, желание появляется преодолеть это сопротивление. И даже за взрослым сам потерял нагрузку немного. Одну ногу так согнул, колени попросили, чтобы ногу нам подвисали. Аккуратно. Что, все, попробуем, пойдем, Макс. Что попробуем? Сейчас ребята сделают с одним блинчиком. Давай пора вывести. Ну, значит, с двумя это уже, возможно, лишнее будет, но с одним можно. Один блин. Один блин есть. Четыре килограмма. Это полблинчик. Полблина. Ну, он даже как бы, он даже не то чтобы блин, он какой-то вот железка, в общем. Железяка. Нам бы вообще как-нибудь надо электронные весы придумать, чтобы измерить, что у нас есть. Потому что некоторые мы даже не знаем, сколько что весит. Ты спереди решил, да, Диман? Да. Ты шоулин какой-то прям, а? Нет, неудобно спереди. Встань. Да, я удивлен, зачем вы спереди. Ну, вставай, желаю, не перестегни. Она больная. Давай, отстегни. Ты сам себе не угол создаешь. Очень много сам себе создаешь. Вперед. Садись вниз, садись. Спину прямо. Готов? Пошел. Намат, вставай сразу на красный. Молодец. Молодец.
и живот, я там в шоке. Да, там живот больше. Да, кишки сейчас убьют. Нет, это даже на поезд надо было. Ой. Мне самому больно смотреть. Да вообще. А? Что надо было? На поезд, наверное, поезд здесь. Он там на животе, он там сдавливает все. Ну вообще чуть не выскочить, чуть кишки и сердце, и кости чуть не убежали. Да, надо было пониже. Я решил по это. Лёва, ну ты скалать не будешь, ладно? А я буду. Ну нет, Лёва, 15 раз научишься тогда? Я смотрю, ты делала вот это, что на какой день выбирать, Лёв, на какой день? Ты бы хотел сделать, на какой день? На этот вечер. На вот этот вечер? Да. А ты не устал? Нет. Показывай. Здесь магнезий кто-то рассыпал. Гантей? Магнезию? Да. А, это было. Лёв, выход силы, если сделаешь, выход силы, Лёв. Это как высоченное подтягивание ты делаешь. Как высокое подтягивание. Артём, Зим, покажи, пожалуйста. Кого? Выход на две, либо выход силы. Сейчас. Я только что, я не могу. Лёв! Остановись. Лёх, посмотри на Артёма, пожалуйста. Посмотри на Артёма. Вот, смотри на Артёма. Смотри на Артёма, внимательно смотри, что тебе надо попробовать сделать. Хоп. Понял, высокое да, подтягивание и оттолкнуться от перекладины. Хотя бы одну руку сделать. А, конечно, 100%. Это не машина, как Артём. Тяни. Велосипед. Так. Всё, теперь привет. Надо ещё оттолкнуться ручками. Не, ногами уже нельзя, ты что, не. Ну это у него такой хитрый выход силы. Да. Так. Без ног нужно. Он скорее ногами выход силы сделает. Короче сделал. Не, он сделал дядя. Нет, лучше я буду продолжать. Надо. Пойдем переворот. Нет, ты учись, я учусь пару месяцев сделать. Ну все, подготовь. Пойдем. 100 раз. 100 раз? Как скажешь. Только такие серьезные цифры для рождения родителей спиной. Присаживайся. Че, мама, камеру зарядила? Ближе ко мне подходи. Аккуратнее, еще ближе подходишь. Аккуратнее цепь сзади, да, ну, чтобы это тебя не смущало. Застегивай. Время имеешь застегивать? Застегивай. У него точно чешки будут. Еще, стоп, не ревень, застегивал. Стоп. Не раз, ну все, значит, научится. А любой ремень, брючный, там ремень как-то. Сколько? 4 килограмма? Сюда заправляй. Вроде 4, да. Плюс ремень, это цепь еще. Так, вставай, кстати, сможешь? Полкилочек. Ну, грубо скажем, тихо. Да, как хотел, да. Килограмм, грубо. Иди. Ну, пятачок, да. Вот у тебя какой вес? 30. Стоп, подойди ближе. Ой, пошел. Ой. Раз. Вот помогу. Давай еще разок. Пошел. Тяни. Стоп. Нормалек отстегивай. Сам? Давай. Только не падай. Лёва, аккуратно. У него одно тело нарядилось. Более-менее рядилось. Давай. И не падай. Все, присаживайся, отстегивай. Тихо. Все, мама, попробуй наоборот обратно. Вот таким, когда палец к себе, вставай, развернись лицом к маме. Сейчас, погоди. Я помню, у меня хвост тяжелый. Давай, вставай. Стоп. Стоп. Проходи к турнику на исходную. Опустил вес. В этом заниматься надо было. Давай. Мало не падай. Еще разок. И пошел. Контроль. Держи. 3, 4. Не падай. Молодец, все, отстегивай. Отстегнуть сможешь? Ты 5 уже сделал. Чуть-чуть не падай. Тем более с весом не падай, отстегивай. Все, со мной идем. Че, Макс, а ты будешь? Нет. Все, спокойно, отстегивай. Ребята, давай.